заколдованная королевна. Здравствуйте, дорогие мои ребятки! Сказка, которую я для вас приготовил, волшебная. Да-да, именно так. А вот послушайте, и вы сами в этом убедитесь. В некоем королевстве служил у короля солдат в конной гвардии. Прослужил 25 лет верою и правдою. За его честное поведение приказал король отпустить его в чистую отставку и отдать ему в награду ту самую лошадь, на которой он ездил в полку, с седлом, со всей сбруей. Простился солдат со своими товарищами и поехал на родину. День едет, другой и третий. Вот и вся неделя прошла. И другая, и третья. Не хватает у солдата денег. Нечем кормить ни себя, ни лошадь. А до дому-то еще. Ого-го, как далеко. Видит, что дело-то больно плохо. Сильно есть хочется. Стал он по сторонам глазеть. И вдруг увидел в стороне большой замок. «Ну-ка, не заехать ли мне туда? Авось хоть на время в службу возьмут. Что-нибудь да заработаю». Поворотил к замку, взъехал на двор, лошадь на конюшню поставил и дал ей корму, а сам в палаты пошел. В палатах стол накрыт, на столе напитки, компоты, явства, чего только душа твоя хочет. Солдат наелся, напился. Да, эх, теперь бы поспать. Вдруг входит медведица. «О, не бойся, не бойся меня, добрый молодец! Ты на добро сюда попал. Я не лютая медведица, а краснодевица, заколдованная королевна. Если ты устоишь, то переночуешь здесь 3 ночи, то колдовство разрушится, и я сделаюсь по-прежнему королевною и выйду за тебя замуж». Солдат согласился. Медведица ушла, и остался он один. Тут напала на него такая тоска, что на свет бы не смотрел. А чем дальше, тем сильнее. На третьи сутки до того дошло, что решил солдат бросить все и бежать из замка. «Эх, уйду! Сил моих больше нет. Не то помру от тоски, от скуки. Да где же выход? Не найти. А может, здесь? И здесь глухая стена. Как вырваться? Как выйти отсюда? Ни выхода, ни входа». Как ни бился, как ни старался, не нашел выхода. Нечего делать, поневоле пришлось оставаться. Переночевал и третью ночь, а поутру является к нему королевна красоты необычайной, благодарит его за услугу и велит к венцу снаряжаться. Тотчас они свадьбу сыграли и стали вместе жить, ни о чем не тужить. Через сколько-то времени вздумал солдат об своей родной стране. «Поеду я, милая, на родину тянет. Побываю там, побуду недолго,
потом вернусь». Королевна стала его отговаривать. «Оставайся, друг, не езди. Чего тебе здесь не хватает?» Нет, не могла отговорить. Прощается она с мужем и дает ему мешочек, сполна семечком насыпан, и говорит: «По какой дороге поедешь, по обеим сторонам кидай это семя. Где оно упадет, там в ту же минуту деревья вырастут, а на деревьях станут дорогие плоды красоваться, разные птицы песни петь будут, а заморские коты сказки сказывать». Сел добрый молодец на своего заслуженного коня и поехал в дорогу. Где не едет, по обеим сторонам семя бросает, и следом за ним леса поднимаются, так и ползут из сырой земли. Едет он день, другой, третий, и увидал: в чистом поле караван стоит. На травке, на муравке купцы сидят, а возле них котел висит. Хоть огня и нет под котлом, а варево ключом кипит. Солдат и думает про себя: «Экое диво! Огня не видать, а варево в котле так и бьет ключом. Дай поближе взгляну». Своротил коня в сторону, подъезжает к купцам. «Здравствуйте, господа честные». Но ему было невдомек, что не купцы это, а все нечистые силы. «Хороша ваша штука. Котел без огня кипит. Да у меня лучше есть». Вынул из мешка одно зернышко и бросил на земь. И тут же, в ту же минуту, выросло вековое дерево. На том дереве дорогие плоды красуются, разные птицы песни поют, заморские коты сказки сказывают. По той похвальбе узнали его нечистые и говорят меж собой шепотом: «Ах, да ведь это тот самый, что королевну избавил! А давайте-ка, братцы, опоим его за это зельем, и пусть он полгода спит!» «Давай! Хорошо придумано!» «Хорошо придумано!» Принялись его угощать и опоили волшебным зельем. Солдат бух и упал на траву и заснул крепким беспробудным сном. А купцы, караван и котел раз и вмиг исчезли. Вскоре после этого вышла королева в сад погулять. Смотрит, на всех деревьях стали верхушки сохнуть. «Не к добру! Видно, с мужем что-то худое приключилось. 3 месяца прошло, пора бы ему и назад вернуться, а его нет, как нет». Собралась королевна и поехала его разыскивать. Едет по той дороге, по какой солдат путь держал. По обеим сторонам леса растут, птицы поют, заморские коты сказки мурлыкают. Доезжает до того места, что деревьев не стало больше. Извивается дорога по чистому полю, а милого нигде нет. «Куда ж он девался? Не сквозь землю же провалился? А ну-ка, вижу я что-то!» «Глядь! Стоит в сторонке такое же чудное дерево, и лежит под ним ее милый друг. Подбежала она к нему, и ну толкать, будить! Нет, никак не просыпается. Точно мертвый лежит, не ворохнется.
Рассердилась королевна и в сердцах промолвила: «Чтоб тебя, Соню негодного, буйным ветром подхватило, в бесцветные страны занесло!» Только успела вымолвить, как вдруг засвистели, зашумели ветры, и в один миг подхватили солдата, буйным вихрем унесло его из глаз королевны. Поздно одумалась королевна, что сказала что-то нехорошее, заплакала горькими слезами, воротилась домой и стала жить одна одинешенька. А бедного солдата занесло вихрем далеко-далеко, за 39 земель, в 39-е царство, и бросило на косе промеж двух морей. Упал он на самый узкий клинышек. Направо ли сонный оборотится, налево ли повернется, тотчас в море свалится. И поминай, как звали. Полгода проспал добрый молодец. Ни пальцем не шевельнул. А как проснулся, сразу вскочил прямо на ноги. Смотрит, с обоих сторон волны поднимаются, и конца не видать морю широкому. Стоит он в раздумье и сам себя спрашивает: «Вот диво-то! Каким чудом я сюда попал? Кто меня затащил на край земли?» Пошел по косе и вышел на остров. А на том острове гора высокая да крутая, верхушкою до облаков хватает, а на горе лежит большой камень. «Стойте, окаянные! За что вы деретесь?» «Да, вишь, третьего дня помер у нас отец, и остались после него три чудные вещи: ковер-самолет, сапоги-скороходы, да шапка-невидимка. Так мы поделить не можем!» «Эх вы, проклятые! Из таких пустяков бой затеяли! Хотите, я вас разделю? Все будете довольны, никого не обижу!» «А ну, земляк, раздели, пожалуйста!» «Ладно! Бегите скорей по сосновым лесам, наберите смолы по 100 пудов и несите сюда!» Черти бросились по сосновым лесам, набрали смолы, 300 пудов набрали и принесли к солдату. «Теперь притащите из пекла самый большой котел!» Черти приволокли большущий котел, 40 бочек выйдет, и положили в него всю солому. Солдат развел огонь, и как только смола растаяла, приказал чертям тащить котел на гору и поливать ее сверху донизу. Черти мигом и это исполнили. «Ну-ка, пихните теперь вон этот камень. Пусть он с горы катится, а вы трое за ним вдогонку приударьте. Кто прежде всех догонит, тот выбирает себе любую из 3 диковинок. Кто второй догонит, тот из 2 остальных бери, какая покажется. А затем последняя диковинка пусть достанется 3-му. Черти пихнули камень, и покатился он с горы шибко-шибко-шибко. Бросились все трое вдогонку. Вот один черт нагнал, ухватился за камень. Камень тотчас повернулся, подворотил его под себя и вогнал в смолу. Нагнал другой черт, а потом 3-й, и с ними то же самое. Прилипли крепко-накрепко в смоле. Солдат взял под мышку сапоги-скороходы да шапку-невидимку, сел на ковер-самолет и полетел искать свое царство. Долго ли, коротко ли, прилетает к избушке. Входит,
А в избушке сидит баба-яга, костяная нога, старая, беззубая. Здравствуй, бабушка. Скажи, как бы мне отыскать мою прекрасную королевну? Уху-ху-ху-ху, не знаю, голубчик. Видом ее не видала, слыхом про нее не слыхала. Ступай ты за столько-то морей и за столько-то земель. Там живет моя родная средняя сестра. Она знает больше моего. Может быть, она тебе скажет. Солдат сел на ковер-самолет и полетел. Долго пришлось ему по белу свету странствовать. Здравствуй, бабушка. Не знаешь ли, где найти мне прекрасную королевну? А нет, голубчик, не знаю. Поезжай-ка ты за столько-то морей, за столько-то земель. Там живет моя старшая сестра. Может, она и ведает. Эх ты! Спасибо и на том. Сел на ковер самолет и полетел к старшей сестре. Долго-долго странствовал. Много земель, много морей повидал. Наконец прилетел на самый край света. Стоит избушка, а дальше никакого ходу нет. Одна тьма кромешная, ничего не видать. Думает про себя. Ну, коли и здесь не добьюсь толку, больше лететь некуда. Входит в избушку. Ух ты, сидит там баба-яга, костяная нога, седая, беззубая. Здравствуй, бабушка. Скажи, где мне искать мою королевну? Подожди немножко. Вот я созову всех своих ветров и у них спрошу. Ведь они по всему свету дуют. Так должны знать, где она теперь проживает. Вышла старуха на крыльцо, крикнула громким голосом, свистнула молодецким посвистом. Вдруг со всех сторон поднялись, повеяли ветры буйные. Только изба трясется. Тише, тише! И как только собрались ветры, начала она их спрашивать. Ветры мои буйные, по всему свету вы дуете. Не видали ли где прекрасную королевну? Нет, нигде не видали. Да все ли вы на лицо? Все, только южного ветра нет. Немного погодя, прилетает южный ветер. Спрашивает его старуха. Где ты пропадал до сих пор? Еле дождалась тебя. Виноват, бабушка. Я зашел в новое царство, где живет прекрасная королевна. Муж у нее без вести пропал. Так теперь сватают ее разные цари и царевичи, короли и королевичи. А сколь далеко до нового царства? Пешему 30 лет идти, на крыльях 10 лет нестись, а я повею, в 3 часа доставлю. Солдат начал со слезами молить, чтобы южный ветер взял его и донес в новое царство. Пожалуй, я тебя донесу, коли дашь мне волю погулять в твоем царстве 3 дня и 3 ночи. Гуляй хоть 3 недели. Ну, хорошо. Вот я отдохну денька 2-3. Соберусь силами, да тогда и в путь. Отдохнул южный ветер, собрался силами
и говорит солдату: «Ну, брат, собирайся, сейчас отправимся. Да смотри, не бойся, цел будешь». Вдруг зашумел, засвистал сильный вихрь, подхватил солдата на воздух, и понесло его через горы и моря, под самыми облаками, и ровно через 3 часа был он в новом царстве, где жила его прекрасная королевна. Говорит ему южный ветер: «Прощай, добрый молодец, жалеючи тебя, не хочу гулять в твоем царстве». «А что так?» «Потому, если я загуляю, ни одного дома в городе, ни одного дерева в садах не останется. Все вверх дном поставлю». «Ну, прощай! Спасибо тебе!» Нашел солдат шапку-невидимку и пошел в белокаменные палаты. А пока его не было в царстве, в саду все деревья стояли с сухими верхушками. А как он явился, тотчас ожили и начали цвести. Входит он в большую комнату. Там и сидят за столом разные цари, царевичи, короли да королевичи, что приехали за прекрасную королевну свататься. Сидят, понимаешь, да сладкими напитками угощаются. Какой жених не нальет стакан, только к губам поднесет. Солдат тотчас хвать кулаком по стакану и сразу вышибает. Все гости тому удивляются. А прекрасная королевна в ту же минуту догадалась, думает про себя: «Верно, мой друг воротился». Посмотрела в окно, а в саду на деревьях все верхушки ожили. И стала она своим гостям загадку загадывать. «Была у меня шкатулочка самодельная с золотым ключом. Я тот ключ потеряла и найти не чаяла. А теперь тот ключ сам нашелся. Кто отгадает эту загадку, за того замуж и пойду». Цари и царевичи, короли и королевичи долго над тою загадкой ломали свои мудрые головы, а разгадать никак не могли. Тогда и говорит королевна: «Покажись, мой милый друг». Солдат снял с себя шапку-невидимку, взял ее за белые руки и стал целовать в уста сахарные. «Вот вам и разгадка. Самодельная шкатулочка — это я, а золотой ключик — это мой верный муж». Пришлось всем этим женишкам оглобли поворачивать. Разъехались они по своим дворам, а королевна стала со своим мужем жить. Жить-поживать, да добра наживать. Ну вот, ребята, и этой сказочке конец. Видите, сколько бед не выпало на долю солдата, все равно сохранил он любовь к своей прекрасной жене. Сколько дорог пришлось ему пройти, тянуло его домой. Не смог найти покоя вдали от любимой. Ведь эта сила, она самая могучая. Аудиосказка была представлена Агентством информации и массовых коммуникаций совместно с Министерством дошкольного образования.